Друзья, всем привет! Сегодня у нас такой ознакомительный ролик с товарами, которые я покупал ранее на AliExpress, потестировал их и теперь могу с вами поделиться. А кто не знает, сейчас идет знаменитая распродажа 11.11 на AliExpress, в период которой можно купить товары гораздо дешевле, выгоднее. И мне кажется, если вы собирались что-то купить на AliExpress, сейчас тот самый момент, когда это можно сделать. А я со своей стороны предложу какие-то варианты, которые вам могут понравиться, потому что я им попользовался и могу кратко уже что-то о них сказать. А начнем мы с первой интересной штуки. Это вот такая ручка. С виду простая ручка, но на самом деле здесь имеется шкала и вот так вот двигается ползунок. То есть это ручка штангенциркуль, с помощью которой можно что-то померить, быстро записать в блокнотик и идти в магазин. Беру ее всегда с собой, в карман положил. Очень удобно, стоит 50 рублей. Далее вот такая простая ручка, казалось бы, тоже. В этой ручке имеются разъемы для подключения вот таких вот биток. Плоских и крестовых. То есть быстро подошли, что-то открутили. Пользовался нечасто, и что-то тяжелое она, конечно, не может открутить. Но всегда при себе можно носить в кармане, если что-то где-то подвернуть, подтянуть, раскрутить, снять такое нетяжелое. То с помощью такой ручки можно сделать. Стоит тоже дешево. Ну а следующая полезная штучка — это вот такой вот мультиключ. Тут имеются шестигранные насадочки, крестовая отверточка и плоская. Можно повесить на колечко на ключи и носить с собой. То есть тоже при себе иметь такой универсальный инструмент, где-то что-то подкрутить, тоже всегда полезно. Следующий интересный товар, я уже его убрал в коробочку, попользовался тоже. Это вот такие вот пилки. Вот такие пилки для гравера. Пилить можно ими дерево, что-то где-то подрезать, подпилить. Очень удобно. Стальные, закаленные вроде, пилят хорошо. Попробовал, ну, идея интересная. Добавил себе еще один набор насадочек для гравера. Следующая очень полезная штука. Это, конечно же, должна, я не знаю, как раньше я без него жил, это угольник Свенсона. Им очень удобно мерить углы, но больше всего мне понравилось резать им доски. Вот я резал ламинат с помощью такого угольника, приставил, провел дисковой пилой, и у вас ровный срез получился. Это, конечно же, не настоящий угольник Свенсона, а подобное что-то ему, но все деления в сантиметрах, по всей видимости алюминий, добротно собран, стоит гораздо дешевле, а сейчас на распродаже можно вообще здорово его купить, гораздо дешевле. Ну, как вы видели в кадре, вот такой помощник у меня появился, это пила Deco, у нее маленькие диски, и ими очень удобно пилить, мне понравилось пилить ламинат. Вот я укладывал в комнате. Настроил глубину прорези, пыли от нее почти нет. Хотя я попробовал ту же самую операцию сделать с помощью ручной циркулярной пилы, у меня хорошая есть. И два пила сделал, и вся комната уже в пыли была. С помощью такой штуки это все гораздо проще и удобнее делать. Так что для каждой задачи свой инструмент должен быть. И вот этот инструмент как раз вот для пиления ламината и прочих таких вот листовых штук, не толстых. Самое подходящее, мне кажется, решение. Далее вот такая вот штука. Это похожий аналог системы Крэк для сверления под косой шуруп, для крепления. Вот. То есть имеется вот два отверстия, приставляем к деревяшкам, делаем отверстие и вкручиваем шуруп. Соединение получается очень прочное, надежное и так далее. В наборе имеются переходники для разных сверл от 6 до 10 мм.
Еще очень интересная штука, и она у меня, кстати, очень уже давно, я ее покупал еще в прошлом году, это вот такой простейший инструмент для снятия изоляции с проводов. То есть принцип работы очень простой. Продеваем провод, прокручиваем несколько раз, снимаем изоляцию, и все, готово. Если потоньше у нас проводок, там дальше чистим, то просто проводим проводок дальше по гребенке, и также крутим и снимаем изоляцию. Вот это очень полезная штука, стоит копейки, но пользовался я ей очень много раз, до сих пор она работает, лезвие не затупилось, так что тоже советую. Друзья, вот такой вот краткий обзорчик товаров с AliExpress я для вас сегодня подготовил. Этими товарами я пользуюсь какими-то недавно, какими-то в течение года уже пользуюсь. И сделал некоторые вот выводы. Можно чем-то пользоваться, действительно. И лучшего момента, чем вот эта распродажа, которая ежегодно 11 ноября проводится AliExpress'ом, момента лучше, мне кажется, для покупки не найти. Так что заходите, кого-то что-то, может, заинтересовало. Ссылки есть на все в описании. Возможно, вам что-то пригодится, понадобится. Покупайте выгодно. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.